Люди себя приносят в жертву. В жертву чему-то неведомому. Может, это знак конца света, или любовь такая безответная. Жертва во имя любви считается аддикцией, не настоящей любовью, а фрикцией. Некоторые воспринимают любовь как страдание и, как агнцы, идут на заклание. Любовь же истинная, неподдельная, не требует жертв, она счастье безмерное. Мы, люди, не все знали истинную любовь от рождения. Многие ее понимают как жертвоприношение. Вот и думают жизнь свою положить просто потому, что не умеют любить. Это всего лишь вопрос, не утверждение. Выбирать вам любовь или жертвоприношение.